Добрый вечер! В эфире программа «Кто крайний?». Меня зовут Екатерина Морозова. Сегодня традиционно будем говорить о проблемах потребителей. Почему мы снова и снова наступаем на одни и те же грабли и знаем, что срок годности на продуктах нужно проверять, но делаем это через раз? Или подозреваем, что магазин ненадежный и отзывы о нем нелестные, но все равно не можем устоять перед низкой ценой? Давайте меняться, чтобы избежать проблем хотя бы там, где это зависит от нас. В регионе подорожали социальные сорта хлеба. Дешевле можно найти, но он никакой. Этот хоть есть можно, а тут... Госинспекции по контролю за ценами угрожают хлебозаводам санкциями. Харьковчане жалуются на торговлю испорченными продуктами. Когда покушали, сделав завтрак, соответственно, после завтрака мне стало плохо. Призвать к ответу недобросовестных торговцев оказывается не так-то просто. Водка по 20 гривен, правда, паленая. По точному, а может, в наступном месяце, после проведения останніх слідчих дій, справа буде направлена до суду. Жителі Пісочина борються з незаконною торговлею жилих домов. Правительство не утвердило новые, как уверяют в профильной нацкомиссии, экономически обоснованные тарифы на услуги ЖКХ. Мол, такое резкое подорожание украинцам не по карману, и люди просто перестанут платить. Между тем, чиновники продолжают настаивать, нынешние расценки на коммуналку покрывают себестоимость менее чем наполовину. Пока разницу, как и прежде, обещают компенсировать из госбюджета. А чуть больше недели назад в правительстве обещали не допустить повышения цен на социальные сорта хлеба. Дескать, с учетом переходящих запасов зерна ситуация более чем стабильна. Да и прогнозы на урожай нынешнего года очень хорошие. После заявления премьер-министра прошло всего несколько дней. Цена на социальный хлеб, по крайней мере в Харькове, изменилась в большую сторону и существенно. Дважды в неделю обязательная остановка Александра Панкратова по дороге домой – этот хлебный киоск. Мужчина покупает сдобу и обязательно берет белый кирпичик – арельский. На минувшей неделе Александра ожидала неприятная новость. Любимый социальный сорт хлеба подорожал. И сколько он сейчас? Ух ты, неплохо изменилось. За то время, что я его покупаю, 2,50 он был уже года два, наверное. Сейчас 3 гривны. Цена социальных сортов хлеба выросла в прошлый вторник, говорят продавцы. Кроме белого кирпичика подорожал и дарницкий. Буханка черного хлеба стоит теперь на 20 копеек больше. Продавцы рассказывают, покупателей новые ценники возмущают. И маты, и пруты все тут. Бо мы крайні. Что там придурки все сидят на горе и все. Ну не такими словами тільки. Рост цен на сдобу харьковчане заметили еще 2 месяца назад. Чиновники уверяли, дорожают только коммерческие виды хлеба. Обещали, не позволят поднять цену социальных сортов. В Харьковской области продается 3 сорта социальных. 3. Это черный дарницкий круглый, белый кирпичик и белый подовый. На эти 3 сорта хлеба цена повышаться не будет. Официально о причинах подорожания социальных сортов не говорят ни чиновники, ни руководство хлебозаводов. Обещают разъяснить ситуацию уже неделю. А пока харьковчане пытаются привыкнуть к тому, что на главный продукт придется тратить больше. Дешевле можно найти, но он никакой. Этот хоть есть можно, а тут... Подорожанием заинтересовались в госинспекции по контролю за ценами. Обещают провести расследование. Но уже сейчас специалисты утверждают, подорожание сразу 5 социальных сортов хлеба обоснованным быть не может. Если выяснится, что цены подняли незаконно, хлебопеков ожидают штрафные санкции. Неужели льготный проезд для студентов могут отменить, или это все же слухи? На минувшей неделе студенты пригрозили забастовкой, если инициативу поддержат депутаты. Только вот чью инициативу? На сегодняшний день Кабмин и оппозиция зарегистрировали альтернативные законопроекты о высшем образовании. Обе стороны заявляют, такого пункта в их законопроектах нет. А вот у соперников недоработок хоть отбавляй. Оппозиция считает слухи о якобы инициированной ими отмене льгот распущены специально, чтобы принять правительственную версию законопроекта.
В Украине вступил в силу новый закон о занятости, согласно которому агентства по подбору персонала не имеют права брать деньги с соискателей, получать плату фирме-посреднику. Теперь можно только от работодателя. Агентства, которые вопреки закону попытаются подзаработать на соискателях, будут штрафовать. Размер взыскания больше 10 тысяч гривен. На практике, отмечают юристы, найти работу совсем бесплатно все равно вряд ли получится. Работодатели потраченные деньги наверняка захотят отвернуть за счет зарплаты нового сотрудника. К теме качества продуктов питания. Проверить подозрительный товар в Харькове теперь можно в новой коммунальной лаборатории. Ее создали на базе бывшей городской СЭС. Услуги лаборатории платные. По окончанию заказанной потребителям проверки эксперты выдадут соответствующее заключение. Только вот наказать недобросовестного продавца некачественного продукта не смогут. Для этого необходимо обратиться в органы защиты прав потребителей. Героиня нашего следующего сюжета в экспертизе, купленной в супермаркете колбасы, не нуждается. С продуктом и так все ясно. К моменту покупки товар был давным-давно испорчен, но на дату изготовления покупательница слишком поздно взглянула. Харьковчанка Карина Мазур рождественским вечером покупки делала в суматохе. Девушка рассказывает, гостям спешила. Уверяет, именно из-за спешки изменила привычки всегда проверять конечный срок реализации продуктов. Когда покушали, сделав завтрак, соответственно, после завтрака мне стало плохо. То ближе к вечеру мужу стало плохо. Муж лежал потом, я за ним всю ночь бегала, вот, лечила его таблеточками, отпаивала. Проверив срок годности еды в холодильнике, женщина ахнула. Колбаса, купленная накануне, оказалась просроченной на несколько дней. Едва оклемавшись от отравления, через два дня Карина вернулась в супермаркет. Потребовала вернуть деньги за некачественный продукт и возместить ущерб за испорченный отравлением праздник. Деньги мне никто не возвращал за товар, потому как я пришла без чека, да, я не отрицаю этот факт. Но администратор при мне распечатала чек, сделала дубликат чека. Заявление с жалобой на качество товара женщина все равно написала. В соответствии с законом Украины про безопасность и качество пищевых продуктов, продукт, который неправильно маркирован, либо имеет просроченный срок реализации, либо хранился в условиях, которые не утверждены нормативным документом для данного вида продукции, данный продукт считается уже опасным и не подлежит употреблению в пищу и обращению на территорию Украины. Пока Карина ждет ответ, в супермаркет наведывается съемочная группа программы «Кто крайний». Общаться с журналистами здесь категорически не хотят. Ну, мне не разрешается отдавать какие-то комментарии на камеру. Вы же прекрасно понимаете, у нас здесь свое руководство. На колбасных рядах злополучного сорта колбасы нет. Поговорить о причинах прецедента с отравлением перед камерой не соглашаются и в юридическом отделе сети супермаркетов. Дескать, проверка еще не закончена. По телефону объясняют, если жалобу удовлетворят, то деньги за колбасу пострадавшие вернут. А вот компенсации за отравление Карине ждать не стоит, ведь в больницу она не обращалась. Необходимо, чтобы она размер этого ущерба подтвердила и вообще наличие данного ущерба. Любой суд вам скажет, что это правомерное требование, просто размер ущерба должен быть чем-то подтвержден. При отравлении некачественным продуктом обращаться в больницу нужно обязательно, говорят в Госпотребинспекции. Иначе расходы на медикаменты можно будет возместить только через суд. Это пусть люди обращаются в суд. Судятся с предприятием, которое продало некачественный товар. И если суд присудит, они могут выставить моральный ущерб. Я же не знаю, на какую сумму они могут моральный, материальный ущерб выставить. Это только в рамках судебного разбирательства. Пострадавшим от некачественных продуктов Госпотребинспекции советуют обязательно обращаться с заявлением в их ведомство. Тогда защитники потребительских прав отправятся по указанному адресу и проверят торговую точку. Выйдем и проверим, и весь просроченный товар, который существует на продаже, будут изъяты из продажи, будут применены финансовые санкции 200% от стоимости товара, находящегося в продаже по остатку. Специалисты увещевают, чтобы в подобные ситуации не попадать, при покупке продуктов нужно внимательно смотреть на срок реализации и при малейшем сомнении в качестве товара не рисковать своим здоровьем. У
украинская курятина может не попасть на рынки Евросоюза. Несмотря на достигнутые договоренности с ЕС, на пути украинских птицеводов стало несоответствие отечественных требований к производству международным стандартам. Согласно регламенту комиссии ЕС, предусмотрены нормы определения массовой доли влаги в зависимости от способа охлаждения мяса птицы. В украинских госстандартах таких норм нет. В Союзе птицеводов уже обратились в Кабмин, чтобы в ГСТУ внесли изменения. Говорят, от нынешней ситуации выигрывают импортеры бразильского, американского и европейского мяса птицы. В харьковских школах и детсадах будут больше тратить на питание детей. В этом году школьников первых-четвертых классов будут кормить на 4 гривны 50 копеек ежедневно. Это на 50 копеек больше, чем раньше. Ежедневное питание детсадовцев стоит 10 гривен. При этом 5,50 платит город, а остаток – родители. Всего же кормление младшеклассников и воспитанников детсадов в этом году обойдется городской казне больше, чем в 57 миллионов гривен. Больше 10 лет жители Песочина борются с нечистым на руку бизнесменом. В поселке под Харьковом он незаконно установил киоски возле жилых домов. Люди уверяют, в ларьках торгуют фальсифицированным алкоголем, причем продают его даже детям. Правоохранители говорят, уже не раз наказывали предпринимателя, но торговля продолжается. Этот с виду обычный киоск принес немало проблем жителям микрорайона в Песочине. Люди уверяют, ларек незаконно стоит здесь уже более 10 лет. И как этот магазин неподалеку. У торговых точек один хозяин. За аренду земли за все эти годы он не заплатил ни копейки, говорят в поселковом совете. Ни одного рубля, ни одной гривны в бюджет поселкового совета от арендных платежей либо налога на землю за эти объекты не поступало. Началось все в 2001 году, когда Гашимову дали право построить, установить временный металлический торговый павильон. Получил разрешение на временное сооружение 5/7, построил постоянное на 160 квадратных метров. Кроме того, рассказывает юрист, магазин находится вблизи от газовой трубы высокого давления. Такое расположение, объясняет, нарушает нормы безопасности. Если, не дай бог, что-то случится с газовой трубой, невозможно даже будет закрыть газовую трубу. ГРП, подъезд, подход осложнен из-за этой постройки. Нельзя нарушать так нормы, строить так здания, чтобы потом подвергать угрозе и местное население, и своих же сотрудников. Жители поселка возмущены. Мало того, что постройки установили незаконно и небезопасно, так там еще, уверяют, торгуют фальсифицированной водкой. Но если 20 гривен, какая нормальная водка будет продаваться за 20 гривен? Это же дураку ясно, что это паленая водка. Люди рассказывают, в зимнее время года у незаконных торговых точек более-менее спокойно. Но вот прихода лета местные жители ждут с содроганием. Начиная с 12 часов ночи до 7 утра песни поют, подъезжают машины, открывается настежь вот эта дверца, музыка играет, девочки поют, хихикают. Понимаете, то есть люди уже не то же это волком выводят. Ночные гуляния, рассказывают люди, нередко заканчиваются плачевно. Причем зачастую страдают невинные. Здесь происходили драки, шумы, били стекла на первом, на втором этаже неоднократно. Подрезали парня здесь, избили участкового. Алкоголь в злополучных местах торговли доступен даже детям, жалуются люди. Людмила рассказывает, в прошлом году ее 12-летнему внуку продали в этом киоске слабоалкогольный напиток. Ребенок приехал домой, ну, своего рода неадекватный. С тех пор женщина взяла защищать интересы местных жителей. Людмила говорит, предпринимателя не боится, хотя рассказывает, многих людей он запугал. Он при мне бил женщину, я видела. Ну, а я заступилась. Он подбегает меня, как даст в глаз. Ну, короче, я не ожидала, понимаете. Когда начали дело до суда дошло, а нас объединили два дела, потому что он свою реализаторшу побил так, что перебил барабанную перепонку. Женщине делали операцию, она боится его до безумия, потому что, говорит, он так замахнулся, сказал, сейчас и зубы все повыбиваю. Едва завидев журналистов, киоск закрывают. Девушка, здравствуйте. Гроза поселка с журналистами программы «Кто крайний» общаться категорически отказывается. Встретить предпринимателя удалось корреспондентам столичной телекомпании. Они сами создавали это как бы конфликт. Они пишут, что якобы я ударил его по лицу, его уши опухло или что. Как я деньги дал,
уши стал на месте. Объясняют предприниматели продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. Говорит, трудно определить возраст покупателя. Она два раза родила ребенка, а она выглядит, понимаешь, 15 лет. Ну, каждому не будешь сказать, раздевайся, отходи, я посмотрю тебе. Людмила говорит, с ней владелец торговых точек решил расправиться по-своему. Подал на нее в суд. Требует возместить ему моральный ущерб в сумме 100 тысяч гривен. За то, что я пишу на него жалобы от имени жителей поселка. На заседание суда сам предприниматель зачастую не является, говорит женщина. Причина почти всегда одна. Он суду говорит, что он болен. Его адвокат представляет справку, что он в тяжелейшем прединфарктном состоянии лежит. И того же 13 августа вечером, когда приехала проверка налоговой инспекции, он бросается на меня драться с кулаками. В милиции говорят, торговые точки проверяли не единожды. Жалобы жителей Песочина подтвердились. Киоск и магазин еще в июле прошлого года лишили лицензии на продажу алкоголя. Тогда же возбудили уголовное дело. Незаконне виготовлення, зберігання збут, транспортування з метою збуду підакцизних товарів. Поточному, а може в наступному місяці, після проведення останніх слідчих дій, справа буде направлена до суду. Бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям, рассказывают в милиции. Неоднократно выплачивал штрафы за нарушение закона. Ця людина притягувалася до відповідальності за статтею 102 Кримінального кодексу України, це професійне середнє тяжке тілесне ушкодження, а також притягнута і до відповідальності за статтю і 204, тобто вже були. Було притягнення за статтю 204 Кримінального кодексу України, це є факти, є рішення відповідні суду. Теперь предпринимателю грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Придется распрощаться бизнесмену со своими торговыми точками. За несколько лет судебных разбирательств поселковому совету и местным жителям наконец удалось добиться главного. Согласно судебному решению, самовольно занятые земельные участки должны вернуть в собственность поселка. Правда, когда киоски снесут, пока не ясно. В исполнительной службе говорят, процедура не так проста. Гашимову предоставлен был срок добровольного исполнения решения суда и сноса своих построек до 2 января. А здание до сих пор стоит. Мошенники придумали новый способ заработать на абитуриентах. Желающим зарегистрироваться на внешнее независимое оценивание предлагают за деньги скачать из интернета специальную программу. В Минобразование предупреждают, это мошенничество. Говорят, программу создания заявления регистрационной карточки следует скачивать только на сайтах украинского и региональных центров оценивания качества образования. Загрузка программы бесплатная. Купля-продажа недвижимости без очередей и проволочек, правда, пока только на словах. Право собственности на недвижимость и землю теперь оформляют по новым правилам. Вместо БТИ и органов земельного кадастра документы выдает госорган регистрации или нотариус. Харьковчанам не придется выстаивать очереди в разных ведомствах, утверждают специалисты. Но признают, пока отработаны не все нюансы оформления документов. Сейчас с наплывом людей едва справляются, надеются в течение месяца все пробелы будут устранены. Компания Hyundai обещает устранить недостатки своих поездов. Руководство компании предоставило гарантии украинским чиновникам. Производители составов, которые, несмотря на дороговизну билетов, слишком уж часто подводят украинских пассажиров, собственными силами и за свой счет обещают обеспечить глобальную модернизацию поездов. При этом, как мы уже рассказывали, поезда Hyundai в Украине до сих пор сопровождаются эксплуатационными бригадами специалистов южнокорейской компании. О правах некурящих украинцев. Месяц назад вступил в силу закон о запрете курения в публичных местах. Он касается всех заведений ресторанного типа и всех без исключения табачных изделий, в том числе кальянов и электронных сигарет. Курить можно только на улице, а те, кто нарушает закон, должны платить штраф. Мы решили выяснить, соблюдают ли норму закона в харьковских барах, ресторанах и ночных клубах. Если раньше в кафе и ресторанах были отдельные зоны для курящих, то теперь даже курилки в помещениях – табу. Проверить заведение общепита Харькова решили в общественной организации защиты прав потребителей. Штрафовать ее сотрудники не могут, но вместе с журналистами вышли в рейд по кафе и барам города, чтобы зафиксировать нарушения. Если какие-то будут большие нарушения, я имею в виду курево там, значит, будем сообщать дальше в государственные органы. В этой пивоварне в самом центре города говорят, от табака отказались, как только закон вступил в силу. Для тех, у кого есть вредная привычка.
людей, которые курят, не хотим ущемлять их права, ну и потому как им приходится выходить, мы поставили обогреватель, чтобы им было более комфортно. Не курят теперь и в этой кофейне, и даже в этой самой обычной пивной на центральном рынке, где контингент в основном выпивающий и курящий. Пепельницы здесь стоят, но запаха дыма нет. Сотрудники объясняют, каждый, кто хочет покурить, берет пепельницу и выходит на улицу, потом заносит обратно, чтобы закон не нарушать. Новое правило, уверяют, нравится даже клиентам. Это просто счастье. Это такое счастье, что не курят. Это даже слов таких нет. Так самое интересное, даже те, кто у нас курили, теперь приходят, они могут раздеться. Они себя прекрасно чувствуют. Говорят, слушайте, ну как действительно хорошо, что не курят. В барах, ресторанах и пивных Харькова, где побывала съемочная группа с Обществом защиты прав потребителей, практически все администраторы в один голос заверяют, сотрудникам дышать стало легче, работать приятнее. Да и на выручке это не сказывается, посетителей в заведениях не поубавилось. Большинство людей за этот закон, то есть для них более комфортно выходить на улицу, то есть и лучше. Но так как бы сильных конфликтов не было у нас. Количество людей осталось точно такое же. Ну, конечно, было такое для них стресс, что не курят, все, уходили все. Никто не останавливал, даже переставали пить у нас. А потом день прошел, два, пришли опять. Все, все стало на свои места, люди выходят, курят, заходят, оставляют пиво, заходят, все прекрасно. За время нашей ревизии за курильщиков перед камерой заступился только один человек – повар в кафе. Считает, для тех, кто не может расстаться с сигаретой, в заведениях все же должны быть отдельные помещения. Если бы я был бы и законы издавал бы, я бы это все, конечно, намного лояльнее сделал бы. Или, по крайней мере, какое-то все равно это ущемление прав. Но если я курю, почему я должен где-то прятаться, скрываться, чтобы покурить? Ну что ж, по крайней мере, в большинстве заведений города закон соблюдают. Днем. Но как только на город опускаются сумерки, перед глазами предстает совсем другая картина. Оказывается, запрет курения в помещениях не распространяется на ночные клубы Харькова. Администраторы заведений заверяют, у них есть особая договоренность. Только вот по закону ее быть не должно. Несмотря на то, что здесь везде висят таблички о запрете курения, в ночных клубах города не брезгуют ни сигаретами, ни кальянами. Пепельницы регулярно меняют, и все продолжают веселиться в табачном дыму. Госпотребинспекция, которая должна штрафовать заведения за подобные нарушения, с проверками сюда еще не добралась. Говорят, сумма штрафа варьируется от 1000 гривен до 10. В данном случае наказание пропорционально, ну, зависимо конкретно от самого нарушения. Насколько оно было, может быть, сильным, умышленным, или сколько оно там причинило вреда. Это все учитывается при рассмотрении дела, также смягчающие обстоятельства. А вот за курильщиками должна приглядывать милиция. Попередження або накладання штрафу від 51 до 170 гривень. Повторне протягом року вчинення порушення передбачено частиною першої статті, за яке особа вже була піддана адміністративне стягнення, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 340 гривень. В Госпотребинспекции говорят, инициировать внеплановый визит в заведение, где нарушают закон, может каждый. Для этого нужно написать заявление проверяющим, в нем указать форму собственности заведения и данные владельца. Такую информацию можно найти в книге жалоб. Это вся потребительская информация на сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Будьте внимательны и не попадайтесь на удочку аферистов. Увидимся.